Здравствуйте, друзья! Вы, наверное, не раз видели такие эпизоды в художественных фильмах, когда показывают операционную комнату. В комнате лежит человек, у этого человека произошла остановка сердца. В таких эпизодах, как правило, на весь экран показывают монитор с прямой линией и с характерным неприятным звуком, означающим только одно. Сердце человека остановилось, если не принять активных действий то человек скоро умрет. Медицинская бригада в таких фильмах начинает кричать примерно одну и ту же фразу «мы его или ее теряем». При этом медперсонал быстро берет прибор который называется дефибриллятор. Электроды от этого прибора прикладывает к груди человека и звучит команда «разряд» и вдруг все меняется. Меняется график на мониторе он начинает показывать диаграмму которая говорит о том что сердце человека запустилось, человек начинает дышать, он оживает и открывает глаза. Мы не будем сейчас входить во все медицинские подробности этого процесса. Скажу только, что в реальной жизни при остановке сердца никогда ни один кардиолог не использует электрический разряд. Как так, скажете вы? Вы что, хотите сказать, что нас до сих пор обманывали? Да, друзья, именно это я и хочу сказать. Кинематограф нас до сих пор обманывал. Давайте скажем прямо, для того, чтобы картинка выглядела поэффектней, нам в художественных фильмах показывают подделку. Электрический разряд используется в медицине, но его никогда не используют при остановке сердца. Мы к этому обману уже привыкли и воспринимаем его как само собой разумеющееся. Остановка сердца, значит нужен разряд. О чем я хочу сказать, эта ситуация в операционной комнате очень сильно напоминает обстановку в мире сегодня. Наш мир похож на лежащего в операционной комнате пациента, который находится в критическом состоянии. Специально обученные люди пытаются его как-то реанимировать, но похоже пока что дела у этого пациента идут очень плохо. Все признаки говорят о том, что пациент живым уже не выйдет. И как в фильмах, так и со всех уголков земного шара слышится крик ⁇ Мы его теряем ⁇ Мы теряем наш мир и мы теряем нашу свободу. Я хочу показать вам сейчас кадры с разных стран. И коль скоро мы заговорили на языке медицины, скажем так, во всем мире люди сейчас активно проводят реанимационные мероприятия, но свобода у нашего мира потеряна, и похоже она потеряна уже навсегда. Посмотрите это. Весь мир лихорадит, как тяжелобольного человека. Люди спохватились и начали активно отстаивать свою свободу, но, как и в художественных фильмах, в реальной жизни проводятся не те реанимационные мероприятия. Да, это правильно, нужно высказывать свой протест, нужно высказывать свое несогласие с тем, что происходит. Но самое главное не это. Самое главное, нам всем нужно понять, как мы попали в такое положение. И в этом поиске ответа нам сможет помочь только одна книга – Библия. В Библии есть такие слова. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вы заметили то, как Библия называет саму себя? Вернейшее пророческое слово. А почему Библия называет себя вернейшим пророческим словом? Потому что все остальные книги, написанные людьми, не являются вернейшим пророческим словом. Люди пытаются предугадать ход событий, они предсказывают, но в большинстве случаев их предсказания не сбываются. Почему? Потому что только один Бог может знать то, что произойдет в будущем. Остальные могут вас обмануть. Поэтому только Библия названа вернейшим пророческим словом. И дальше, что в этой цитате написано? И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, то есть к этому вернейшему пророческому слову, как к светильнику, сияющему в темном месте. С чем сравнивается Библия? Со светильником, сияющим в темном месте. Как приятно, когда вы попадаете в кромешную темноту, вдруг узнать, что у кого-то из ваших друзей есть светильник. И с помощью этого светильника или фонарика вы сможете найти, куда вам идти дальше. Библия отвечает на этот вопрос, который сейчас задают многие люди во всех странах земного шара. Этот вопрос звучит так, что происходит с нашим миром и почему это происходит, и как нам выйти из этого кризиса. И как однажды сказал пророк Даниил, когда он стоял перед царем Навуходоносором, он тогда сказал, «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайновецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны». Люди начали осознавать, что практически одномоментно во всем мире были изданы такие законы, которые лишили их большинства свобод, и превратили всех жителей нашей планеты в рабов. Хочу вам напомнить, кто такой раб. Раб не может идти или ехать туда, куда он пожелает. То есть у раба нет свободы передвижения. Раб не может сам по своей воле решать, какие препараты ему принимать, а какие нет. У раба нет свободы выбора, включая выбор по медицинским вопросам. Раб не может говорить все, что он пожелает. Он может говорить только то, что ему разрешат говорить. То есть у раба нет свободы слова. Друзья, если вы проанализируете то, что произошло в мире за последние полтора с лишним года, то лучшего определения, чем рабство, вы этим процессом дать не сможете. А говорит ли Библия что-нибудь о рабстве? Да, конечно, говорит. Бог в первой из десяти заповедей говорит израильскому народу и также и нам с вами. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Нам нужно сейчас остановиться на этой теме. Эта тема поможет нам понять, как наш мир попал в это рабство. И начнем мы с вами с того, что ответим на вопрос, как израильский народ попал в рабство. Они ведь пришли в Египет свободным народом. Их никто не заставлял работать, над ними никто не издевался. Давайте прочтем, как все начиналось. И сказал фараон Иосифу, Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели Отца Твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом. Итак, какое распоряжение дал фараон Иосифу? На каком месте фараон поселил семью Иакова на лучшем месте, и на какие должности были поставлены все способные люди из потомков Иакова? Фараон сказал: Поставь их смотрителями над моим скотом это не похоже на рабство, верно? За то, что Бог сделал через Иосифа, в знак благодарности, фараон оказал израильскому народу всевозможные почести. Но как же тогда произошло то, что произошло? Как израильский народ превратился в рабов? Прошло совсем не так уж много времени, и мы читаем совершенно другие слова. Библия говорит, и восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону, он, то есть израильский народ, построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Вы заметили, в этих стихах уже явно описываются все признаки рабства. Во-первых, новый фараон, он не знал Иосифа. Иосиф к тому времени уже умер. А что, разве этому новому фараону никто не рассказывал о том благодеянии, которое Иосиф однажды сделал Египту? Конечно, рассказывали. Так в чем же дело? Почему новый фараон не знал Иосифа? Он просто не хотел ничего знать об Иосифе и о том, что сделал Иосиф для всего Египта как бог через иосифа спас эту страну от верного голода так что произошло как израильский народ попал в рабство где корень проблемы корень проблемы состоит в том что израильский народ к этому времени медленно незаметно постепенно отступил от бога и нам это нужно запомнить рабство начинается не тогда когда в вашей стране издают несправедливые законы и указывают вам что вам делать запрещено и что если вы не введете себе какую то жидкость то вам нельзя идти туда-то или туда-то. Рабство, друзья, начинается, когда люди отступают от Бога, когда народ отступает от принципов закона Божьего. Израильский народ оказался в рабстве в тот момент, когда они отступили от Бога и переняли обычаи египтян. Именно по этой формуле все и развивалось во все времена. Пункт первый – народ отходит от Бога и начинает делать злое. Пункт второй – наступает рабство, или притеснение, как хотите это так и назовите. Пункт третий – народ вопиет Богу об освобождении. И пункт четвертый – Бог освобождает народ. Давайте прочтем то, как эта схема сработала в дни Гидеона. Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки Маденитян на семь лет. Тяжела была рука Мадинитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадинитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут Мадинитяне и Амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла ибо они приходили со скотом своим и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И какие последствия этого? И весьма обнищал Израиль от Мадянитян, и возопили сына Израилевы Господу. Итак, в первом стихе мы читаем о том, что израильский народ стал опять делать злое. Во втором стихе мы читаем о притеснении и о рабстве. В шестом стихе мы читаем о том, как Израиль возопил Господу, и дальше идет повествование о том, как Бог освобождает израильский народ. Так почему же с нашим миром происходит то, что происходит сейчас? Почему были изданы такие несправедливые законы, обязывающие жителей нашей планеты делать 1, 2, 3? Не буду перечислять сейчас, что именно вы сами это хорошо знаете. Для ответа на этот вопрос нам нужно проанализировать наше время. Скажите, с каких пор в наше время звучит трехангельская весть? Мы знаем, что первая ангельская весть начала звучать с 1844 года. В этой вести сказано «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Эта весть призывает все народы земли убояться Бога, Воздать ему славу и поклониться сотворившему небо и землю и море и источники вод. Скажите, как отнеслись к этой вести жители нашей планеты? Приняли ли они эту весть? Будет правильно сказать, что народы нашей планеты с 1844 года попирают своими ногами эту весть. Народы нашей планеты пренебрегли этой вестью. В большинстве своем поклоняются кому угодно, только не сотворившему небо и землю и источники вод. Но, возможно, кто-то из вас скажет, да, но эту весть приняла небольшая группа, называемая Церковью Адвентистов Седьмого Дня. Друзья, давайте посмотрим честно на этот вопрос и давайте скажем откровенно. Большая часть в этой группе под названием Церковь Адвентистов Седьмого Дня эту весть отвергла и пошла на объединение с тем самым Вавилоном, о котором предостерегает вторая ангельская весть. Итак, очевидно, что жители земли в большинстве своем отвергли Божью весть. Но, возможно, вы скажете, но есть же много верующих в мире, есть много христианских церквей. Да, это правда, есть много в мире христианских церквей, которые молятся Богу во имя Иисуса Христа. Я не хочу сказать, что они все отступили от Бога, там есть в этих церквах дети Божьи, но в большинстве своем они тоже нарушают Божьи заповеди и также отвергли Божью весть, как и язычники, даже еще и больше. Друзья, посмотрите вокруг, посмотрите на жителей своего города, на жителей своей страны и ответьте себе на вопрос, большая часть из них кому поклоняется в своей жизни? Богу, сотворившему небо и землю или дьяволу? Друзья, будем честны, они поклоняются дьяволу. Известно ли вам, что если бы жители нашей планеты приняли Божью весть, то судьба нашей планеты была бы совершенно другой. Мы с вами сейчас прочтем одну цитату из книги Лен Уайт, которая называется «Желание веков». Здесь описывается эпизод, когда Иисус плакал над Иерусалимом, потому как этот город отверг Божью весть. Послушайте то, что пишет в этой цитате Вестница Божья. «Иисус поднял руку, которая так часто благословлял больных и страдающих, и, протянув ее к обреченному городу, прерывающимся голосом воскликнул, «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему!» Здесь Спаситель остановился и умолчал о том, каким был бы Иерусалим, прими он ту помощь, которую Бог хотел оказать ему, отдавая своего возлюбленного сына. Если бы Иерусалим воспринял высшее знание и свет небесный, посланный ему, то он стоял бы как царь царств, свободный и сильный, славясь могуществом, дарованным от Бога. Не было бы вооруженных воинов у ворот, не развивались бы римские знамена над его стенами, перед Сыном Божьим предстала славная судьба, которая ожидала бы Иерусалим, если бы он принял своего Искупителя. Он, то есть Христос, видел, что город мог бы через него исцелиться от своей жестокой болезни, освободиться от рабских уз, стать могущественной столицей всей земли. Иерусалим был бы венцом славы всего мира. Если бы народ Израиля принял в то время Божью весть, то как это повлияло бы на его судьбу? Не было бы вооруженных воинов, не развивались бы римские знамена над стенами Иерусалима. Если бы жители нашей планеты приняли бы Божью бомбельскую весть, то мы бы с вами не услышали ни о каких зеленых паспортах, без которых не разрешено входить и выходить, не были бы ограничены свободы граждан, не было бы лагерей, в которых загоняют сейчас людей под предлогом, что они больны коронавирусом и разносят заразу. Друзья, всего этого не было бы, если бы народы нашей планеты приняли бы весь Божью. Посмотрите то, что сейчас происходит в Австралии. Они называют это борьбой против эпидемии. Итак, почему все это происходит? Причина, народы земли отвергли Божью весть. Мы с вами уже совершенно позабыли, что в США и в других странах правительство официально узаконило гомосексуализм. Бог называет это явление мерзостью, а люди сказали, что это нормально. Друзья, я хочу напомнить, что Бог не изменяется. Его закон и его требования не изменяются. Христианская страна, которая заявляет, что поклоняется Богу, на денежных купюрах, которые написано «На Бога мы надеемся», эта страна приняла законы и одобрила гомосексуализм. И мы еще после этого удивляемся, почему во всем мире ограничены практически все свободы. Теперь вам ясно, откуда приходит рабство. Дух Святой отходит, потому что люди пренебрегали долгое время той вестью, которую Он им предлагал. И на место Святого Духа приходит Сатана, который берет под свой контроль государственные структуры и правительства разных стран. И это все выливается в издании законов, которые приводят народы земли в рабское состояние. Но, возможно, кто-то из вас спросит, а существует ли какой-то выход из сложившегося положения? Да, друзья, есть выход. И выход только один ⁇ принять Божью весть, прийти к Богу в раскаянии, в исповедании своих грехов. Но Библия говорит, что всего этого не произойдет. Народы Земли не пойдут этим путем. Для того, чтобы вам было легче понять, каким путем они пойдут и чем все это закончится, мы с вами должны сейчас вспомнить один известный библейский эпизод, записанный в 13 главе книги Чисел. Здесь описывается тот момент, когда израильский народ подошел к границам Ханаана. Как вы помните, Моисей по повелению Божьему отсылает 12 человек осмотреть землю, в которую им предстоит войти. Эти 12 человек осматривают землю, и когда они возвращаются, 10 из 12 приносят весть о том, что израильский народ туда, в эту землю войти не может. То есть по причине своего неверия 10 соглядателей говорят ложь. И мы сейчас не будем разбирать, какую именно ложь. Вы сами это можете прочитать в 13 главе книги чисел. И по причине этой лжи все общество поднимает вопль и начинает плакать и роптать и на Бога, и на Моисея. То есть они отказываются войти в землю обетованную по причине своего неверия. С ними произошло примерно то же самое, что с народами нашей планеты. Сейчас по причине своего неверия они отказываются от истины и избирают путь противления Богу. И в тот момент, когда народ израильский плакал и роптал, Бог произносит свой вердикт. Давайте это тоже прочтем. Бог здесь говорит. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже десять раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я склятваю, обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее». Все, приговор прозвучал, и вдруг израильский народ понимает, что их собственное непослушание привело их к таким горьким последствиям. Они, по сути, сами себя ввели в этот кризис. И что они предпринимают? Моисей передал им Божье решение – и что они предпринимают после этого? Давайте это прочтем. «И сказал Моисей слова сии перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И став рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал, для чего вы приступаете повеление Господня, это будет безуспешно. Обратите внимание, вначале Сатана бросает их в одну крайность, они говорят, мы не пойдем, мы не можем войти в эту землю, а затем, когда прозвучал Божий приговор, Сатана их бросает в другую крайность. Они говорят, мы нарушили Божье повеление, теперь пойдем и завладеем этой землей. Друзья, то же самое произойдет и в последних эпизодах истории нашей планеты. Жители Земли отказались от Божьей вести, они пренебрегли этой вестью, и что будет дальше? Когда они увидят последствия своего отказа, и когда они увидят, что происходит на Земле, когда они осознают, что их действия привели их к тому, что поток беззакония заливает Землю, что убийства и насилие и болезни, и землетрясения происходят один за другим, что они предпримут? Сатана их тогда бросит в другую крайность. Они сделают примерно то же самое, что сделал израильский народ в этом эпизоде, который мы только что с вами прочитали. Если смотреть со стороны, не вдаваясь в суть происходящего, то может показаться, что израильский народ раскаялся и хочет исполнить Божье повеление. И в наше время будет казаться, что народы Земли раскаялись и стремятся вернуться к Богу. И в знак своего раскаяния, сначала в США, а потом и во всем мире, они примут закон о Воскресном дне. Давайте прочтем одну цитату из книги «Великая борьба», которая описывает то, что будет происходить в этот момент. «Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, бесчестят Бога, что этот грех и вызвал бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместно не установят празднование воскресения. Утверждалось также, что соблюдающие четвертую заповедь бесчестят воскресный день, смущая народ и лишая его Божьих благословений». Обратите внимание на первое предложение. Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем, что? Они бесчестят Бога. Друзья, не правда ли это все будет выглядеть, как будто народы земли возревновали о Божьей чести и о Божьих заповедях? И давайте прочтем дальше эту стату. Спириты будут утверждать, что они посланы Богом, чтобы убедить отвергающих воскресенье в их заблуждении, будут Настаивать, что законам страны нужно повиноваться, так же, как и закону Божьему, они станут сокрушаться у нечестивости мира. И в то же самое время поддерживать религиозных учителей, считающих, что нарушение Воскресного дня является причиной такого большого упадка нравственности и морали. Как велико будет негодование против тех, кто откажется принять подобные свидетельства. Они скажут, посмотрите какой сильный упадок нравственности и морали. Нам нужно вернуться к Богу, и сатана их бросит в другую крайность, к их собственной погибели. Друзья, повторится то же, что произошло тогда при входе в земной Ханаан. Они отвергли Божью весть, а потом сатана их бросил в другую крайность. Итак, последний вопрос, на который нам с вами нужно сейчас ответить. Есть ли какой-нибудь выход из сложившейся ситуации? Да, есть. Правильный выход только один Принять Божью весть и жить согласно этой вести. Но народы Земли в большинстве своем этот путь отвергнут. Они, образно говоря, будут пытаться лечить умирающего больного, у которого произошла остановка сердца, они будут лечить его с помощью электрических разрядов. И эта методика им не поможет. Принятие Воскресного закона будет последней точкой, после которой народы Земли разорвут последнюю ниточку, которая их связывала с Богом. Принятие воскресного закона в США будет последним шагом, который приведет эту страну к полному краху. И это все повторится в других странах. Вот как это описывает вестница Божия Лен Уайт. Народ Соединенных Штатов имел особое Божье благословение. Но когда он, то есть этот народ, посягнул на религиозную свободу, подчинился протестантизму и поддержал папство, мера его беззаконий достигла предела. И в книгах небесных было отмечено национальное отступничество. Результатом этого отступничества явится национальный крах. Итак, что будет последней точкой, после которой в США начнется национальный крах? Когда народ США посягнет на религиозную свободу и примет закон против религиозной свободы, за этим сразу же последует национальный крах. Друзья, но нам нужно помнить, что каждый человек в отдельности, будет делать свой собственный выбор. Уже прямо сейчас вы можете опуститься на колени в своей комнате и сказать Богу, Боже, я окончательно запутался. Я не понимаю то, что происходит в моей жизни, я не могу разобраться с тем, что происходит в моей стране. Я прошу прости меня и прими меня таким, каким я есть, и подготовь меня для того, чтобы я мог войти в Твое Царство и не погибнуть вместе с теми, кто отверг Твою волю и Твою весть. Друзья, еще есть время обратиться к Богу. Однажды такой возможности уже не будет. В Библии есть один красивый псалом под номером 106. То, что здесь в этом псалме написано, непосредственно касается нашей сегодняшней темы о рабстве и о том, как его избежать. Давайте мы прочтем с 10 стиха. Если вы пожелаете, вы можете прочитать потом весь этот 106 псалом. А мы прочтем только с 10 стиха. Итак, здесь написано. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божьим и не брегли у воли Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись и не было помогающего. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторнул узы их да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но возвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. Аминь. О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Это слова Христа об Иерусалиме, а вернее о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны. «Погибните! Вам нет дела до Сына Божьего!» Почему это произошло? потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом. Время которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили. И этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра, а истину от заблуждения. Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? что он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то Иерусалим? «Великая борьба» — это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана. Обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, две тысячи лет назад, всего лишь ловушка, цена которой смерть. Книга Великая борьба поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет. Ссылки на книгу в текстовом и аудио вариантах можно найти в описании к видео.